И там собралась компания, в которую тоже пришел Венедик Тимофеев. И ну, мы там пили вино или шампанское, разговаривали, поставили эту пластинку, и мне было интересно, что я такого купил, слушал, а остальные разговаривали. И вдруг в самом красивом месте квартета, первой части, я помню, квартета Равеля, там, где возвращается тема в репризе в таких новых, дисциплинирующих, красивых гармониях, очень, ну, это находка композиторская, где вдруг Ерофеев присаживается ко мне и спрашивает, а как зовут этого умницу, который это написал? Я ему сказал, но понял, что Ерофеев и музыка – это неспроста. Потому что это было удивительно, в каком моменте он это спросил. Вообще он любил давать такие характеристики, как умница. Я ему подарил несколько книг за наше знакомство. Но тогда с книгами было туго. В Польше иногда можно было купить хорошие книги на русском языке, которые здесь только за валюту продавались. И помню, в 82-м, наверное, это было, привез ему шикарно изданный альбом Уильяма Блейка, рисунки, картины и поэмы Блейка. И он был благодарен, заинтересовался этим. И когда я выходил, он говорит, крикнул еще из коридора, спасибо за товарища Блейка. Такая сама ситуация была, когда я ему привез первое издание советское Набокова. Тоже при прощании сказал, спасибо за Вовку Набокова.